Привет, друзья, подписчики, просто зрители. Всех приветствую на моем канале. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, довольно-таки оригинальным. Уверен, что вы его нигде не встречали, ни на ютубе, ни в интернете. Этот рецепт называется лосось под соусом капучино. Все в нем необычного. Во-первых, способ приготовления самой рыбы, а также соус, под которым она подается. Для соуса нам потребуются сливки, жирность не важна, кофе, соль, сахар. А для приготовления рыбы нам потребуются полиэтиленовые пакеты. Также нам потребуется кипящая вода. Рыбка предварительно, примерно минут, наверное, за 40, за полчаса, я ее немного посыпал в суп, присолил и чуть-чуть сахаром. От сахара рыбка делается такая упругая. Лосось с сахаром очень хорошо дружат. Я во всех своих видео об этом рассказываю. Кто смотрит, те уже знают. Кто первый раз смотрит, знаете, лосось и сахар — это всегда лайк. Отлично. Так, смотрите, сейчас начинаем готовить. Вода в кастрюльке закипела. Что делаем дальше? Для приготовления нам потребуется. Как закипела вода? Берем полиэтиленовый пакет. Так, я шкурку с рыбы не снимаю, мне это не парит, мне нравится она. Если вы не любите шкурку, можете снять. Так, рыба должна быть обязательно красная. Белая рыба, такой фокус не проходит. Так, добавляем рыбку в пакеты. Один. Давайте еще один сделаем. Кусочек сюда, один тут добавляем. Так, пакеты рыбку мы положили. Так, давайте, чтобы у нас кусочки не соприкасались друг с другом, это важный момент. Видите, что мы делаем дальше? Прямо в пакете опускаем ее, эту рыбку, в кипящую воду и выключаем газ, все убираем с плиты. Рыбка будет готовиться здесь сама, своим ходом. Белок у рыбы сворачивается при температуре примерно 60-70 градусов. И этого вполне достаточно, что пока вода отдыхает, рыбка дойдет. Сейчас будем делать соус. Нагреваем сковородочку, сотейничек. Берем пачечку сливок. На ужин на двоих хватит, сколько тут? Миллилитров 200. Так, сливочки добавляем, щепоть сахара, немного соли и постепенно интенсивно размешиваем, пока они не закипят и не загустеют. Сливки начинают густеть. Что делаем дальше? Добавляем газ. В эти сливки добавляем буквально 0,000 грамма кофе. Нам не нужен цвет кофе, чтобы сливки приобрели, или вкус кофе, чтобы просто в сливках было легкое послевкусие от кофе. Сейчас это все дело растворится. Маленько цвет они все-таки изменили, конечно, но не сильно. Здесь важен не цвет и не вкус, а вот именно послевкусие, которое очень хорошо подходит к лососю. Сливочки с кофе загустели. Видите? Сейчас их еще маленько выпарим. Тем временем рыбка лосось не происходит. Она сама доходит, ее не нужно там переваривать, разваривать. У такой рыбки был совершенно потрясающий вкус, который вы
никогда не пробовали, скорее всего. Поверьте, это того стоит. Очень простое блюдо. Очень изысканно смотрится. Если кого-то хотите удивить из своих любимых, приготовьте его. Я думаю, вам результат будет превосходный. Всегда тут ничего сложного нет абсолютно. А к лососю мы вернемся минут через 5. Вода в кастрюльке с лососем еще достаточно горячая, и он постепенно дойдет. Прошло 8-9 минут. Ждем еще 6 минут и вернемся. Ну вот, прошло 15 минут. Смотрите, какой лосось у нас получился. Он не потерял практически свой цвет, он красный. Если бы мы просто его варили, он бы побледнел у нас, из него бы выварился белок. Он красный. Оп, сейчас формируем типа наше блюдо. Смотрите, какой он упругий. Так, давайте сейчас заглянем сначала внутрь и посмотрим. Смотрите, он абсолютно готов. Видите, он сочный внутри. Вот, он идеальной консистенции сейчас. 15 минут в горячей воде, такие небольшие кусочки, он проваривается, белок проваривается полностью у него. Ну и что, остается полить его нашим соусом. И можно подавать любимым вашим гарниром. Я бы порекомендовал с отварным рисом. Все, всем приятного аппетита. Попробуйте этот новый необычный рецепт. И думаю, вы не останетесь к нему равнодушны. Какая рыбка. Все. Все, что я хотел вам показать, делается очень быстро, буквально за 15 минут. Очень необычно. Совершенно другой вкус. Не просто жареная или вареная рыба. Рыба, вкус самой рыбы, как он есть. Там из приправ только соли, с маленькой сахара и все. Так, ну все, всем, кому понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, всем пока!